Всем привет, меня зовут Николай Попов, и сегодня я нахожусь в своем родном городе Новошахтинске. И нахожусь как раз рядом с музыкальной школой, где я учился. Сегодня будем подходить к прохожим и давать им за каждую угаданную песню 100 рублей. И, кстати, в последнее время я заметил, что у меня много зрителей смотрят без подписки, поэтому попрошу вас, кто смотрит меня постоянно, обязательно подписаться и нажать на колокольчик. И про лайк не забудь. Если хочешь поучиться у меня игре на гитаре, то пиши мне ВКонтакте или на почту. Ссылки в описании. Привет, ребята, я блогер на ютубе, мы тут снимаем ролик, подходим к людям, играем. Если вы угадываете песню, то получаете 100 рублей, если не угадываете, то ничего не получаете. Давайте вам... Так, сыграю песню. Я не помню, как... Мы поняли, что это песня, мы не помним, как она называется. Это Led Zeppelin, да? Вспомни, как она называется, пожалуйста. Не знаю, но мы забыли название. Забыли название, да? Да, но мы поняли, что это за песня. Он ее тоже... Это Led Zeppelin, да? Нет, я не верю. Блин, нет, не помню. Так, ну вы поняли, но не сказали. Да, это не считается. Ну да, это не считается. Понятное дело. Ну ладно, давайте второй шанс, давайте еще будем играть. Беливер, да. Правильно, да, угадали. Кто угадал, кстати? Он. Так, ну вот, 100 рублей заработал, теперь играю русскую. И да, если что, угадаете, 200 рублей получается. Так, ну сейчас... Ладно, нет, сейчас... Все, играю. Каподастра не хватает, ну ладно. А, есть, даже у тебя Тиктокерша? Было дело. Но он угадал, получается, одну песню. Да. Да, не угадал. Вот это знаешь? Играли Дёр? Ну что это за песня была? Дёр, да, получается? Ну правильно, да, Dior. Так, ну ладно, все, давайте, заработали. Два раза угадали, два раза нет, ну ладно, 200 рублей получается. Это был, первая была, это Хамелинова и Птичка была. А это был Dior, да. Вот, все, вот, держите. Спасибо большое. Канал называется Николай Попов на ютубе. Хорошо, мы найдем, подпишемся сейчас. Все. Спасибо вам большое. Все, всем пока. Девчонки, привет, я ютуб-блогер, мы снимаем ролик, подходим к людям, играем. Песни. Если вы угадываете, то получаете 100 рублей. Если не угадываете, то ничего не получаете. Вот. Давайте, играю первую песню. Не, не Непонятно, да? Непонятно. Не знаете, что за песня? Mm-mm. Это... это кукушка была, Цой. Знаете? Так. Да. Ну, получается, вы не угадали. Получается, все, мы уходим. Ютуб-канал называется Николай Попов. Все, уходим. Ну, давайте еще перезапишем. Давайте еще один шанс дадим. Давайте еще сыграем чуть-чуть. Так, играю следующую песню.
Да, правильно. Что это за песня? «Бьянка танца». Громче можете говорить? «Бьянка танца». Да, все круто, да. Угадали. 100 рублей выиграли. Так, все, держите. Канал называется «Николай Попов». YouTube-канал. Все, вот, держите. Спасибо. Вот. Все. Девчонки, привет. Я YouTube-блогер. Мы подходим к людям, играем песни. Вот, если угадываете, то получаете 100 рублей. Если не угадываете, то ничего не получаете. Давайте вот. Играю первую песню. Правильно, угадали, да, 100 рублей получили, так. Давайте следующую тогда, если угадаете, то... Если угадаете, будет 200 рублей. Так. И можете говорить чуть погромче, потому что сюда вот звук пишется. Хорошо. Вот, все, играю вторую песню. Фильмах на грустных моментах. Ну это да, это было из фильма, кстати. Давайте, если можете, угадаете фильм, если угадаете, то получится, не угадаете, нет. Просто... Что? Я знаю, грустные фильмы, это... Ну хотя бы один фильм назовете, может, просто угадаете. Ну просто один фильм вдруг угадаете. Говори. Я не знаю, грустный фильм, который я знаю, это «Лёд». Лёд. Ну нет, это неправильно. Это было из фильма «Интерстеллар». Вот. Ну, я тоже, кстати, его не особо смотрел. Ну ладно, 100 рублей получили. Канал называется «Николай Попов» на Ютубе. Ну я вам сложно, на самом деле, песню сыграл вторую. Не, ну хотя некоторые угадывают. Все, все, давайте. Спасибо. Она очень понравилась. Все. Девчонки, привет, я вот YouTube-блогер, мы играем под хомклюдем, играем песни, если угадываете, то получаете 100 рублей, если не угадываете, то ничего не получаете. Давайте я вам сыграю песню, вот, угадаю. Так, громче можно сказать? Виктор Цой, пачка сигарет. Правильно, да, Виктор Цой, пачка сигарет. Выиграли 100 рублей, получается. Можете еще, сейчас можем еще сыграть. Получается, будет 200 уже. Играем? Так, вот это. Какая-то, нет? Зарубежная, да, зарубежная какая? Я не помню название. Не помню, что она зарубежная. Ну, какая песня, угадаете? Нет. Это был Linkin Park In The End называется песня. Ну, ладно, тогда все, спасибо, 100 рублей. Вот, держите. Спасибо. Все. Спасибо. Все, давайте.
Девчонки, привет! Привет! Я тут блогер на ютубе. Мы подходим, снимаем ролик. Короче, если угадываете песню, то даем вам 100 рублей. Если не угадываете, то ничего, короче, не получаете. Давайте я вам сыграю песню, послушайте. Давайте. Так. Ну, вы знаете эту песню, просто да, не знаете да, название. Да, мы не знаем название. Так. Что-нибудь на русском, если можно. Ну, давайте на русском попробуем, на русском. Какие песни? Да, такое. Поболело, я подошло, что такое. Скажу, как это называется? Поболело, я подошло, что ли? Поболело, я подошло. Наверное, так. Правильно, да. Да? Да, правильно, угадали. Еще хотите угадать? Давайте. Получается, да, 100 рублей вы заработали, да, если что, 200 получается будет. Так. Ну как, давайте название. Артур Бабич, сейчас. Я не помню, как сейчас. Будут танцы. Так что, были танцы? Да. Да? Да, правильно, да, заработали 200 рублей, да. Так, 200 рублей, так, что еще? На мигрень зубы, простите меня, скопота по любви. Это добро группа? Добро? Это юность. Юность, да. Правильно, угадали. Так, 300 рублей. Так, теперь давайте следующую песню. Диор. Егор Шип Диор. Диор. Ладно, 400 рублей. Так, дальше какую еще можно сыграть? Это за аниме. Чинсадам. Не знаю, может это с Токийского гуля? Правильно, да, это Токийский гуль был. Так, следующий. Сколько там? 500 рублей получается? Медлячок, что ли? Медлячок, что мы одинаково. И пусть подальней подожди, ну может? Тихо. Медлячок. Выпускной, ты красиво платится. Это баста, выпускной. Медлячок. Вот, смотри, медлячок. Да, выпускной. Сыграл, спел. 600 рублей, да, получается? Да. Так, следующая игра. Немного ли? Не жалко ли вам денег? То, что не могу какого-то. Нет, это мне не дан. Слушай, я смотрю за ним. Да, это аниме. А какое? Не знаю. Может, все перебрать сейчас? Давай, ты. Сейчас.
вообще. Вы играете красиво. Да, что очень красиво играете. Да. Вообще. Так, ну это было довольно сложно, наверное. Ну хотя вы ее знаете, наверное, слышали, да? Ну, да, мы сами знаем. Часто говорят, что это из «Сумерок» мелодия, но если бы вы сказали хотя бы так, это бы уже, считай, вы выиграли. Да, это бы выиграли бы. Но это называется песня «River Flows in You». Я бы это уже не думала. Но обычно говорят «из сумерок». Обычно кто говорят «из сумерок», значит, это правильно. Вот, и сказали, но вы не угадали все. Так что 600 рублей, получается, вы выиграли. Очень вот, канал называется «Николай Попов». YouTube канал. Два, три. Снимайте. Так вот, выигрыш. Вот, держите. Так, сейчас. Николай как? Николай Попов. Правильно, там 600, я сосчитал. Да, Николай Попов. Играйте очень хорошо. Все, спасибо, давайте. Привет, привет, не переживайте, все нормально, так, я ютубер, давайте я вам сыграю песню, если угадаете, то получите сотку, если не угадаете, то ничего не получите. Надеемся, мы выиграем. Что? Надеемся, мы выиграем, угадаем. И выиграете, да? Так, давайте, все, я играю песню. Я не знаю, я забыл. Я точно помню, я как же она называется? Я ее только сегодня слышал. Прям сегодня слышал? Да. Я не помню. Абсолютно. GTA San Andreas? Правильно, да. Вот, держите. Вот, YouTube канал называется Николай Попов. Можете, да, зайти посмотреть. Девчонки, привет. Я YouTube-блогер, мы подходим, играем людям песни. Если угадываете, то получаете 100 рублей. Если не угадываете, то ничего не получаете. Давай. Вот. Почему-то мне в голову пришло раз, два, три кавычки сигареты с печкой. Что это за песня? Это не русская, я название не знаю. Это русская? Нет, это была не русская. Так, громче, громче, поближе. Даже не знаю. Ну, предположения есть какие-то? Да есть, она-то играет в голове, название не знаю. Ну, это была Take Me to Church называется песня. Ну, ладно, давайте еще один шанс, еще одну песню сыграю. Давайте русскую. Давайте. Птичка, да? Птичка. Всегда не слухали. Правильно, да, это была птичка. Вот. Ну все, получается, вы выиграли 100 рублей. Я вам сейчас переведу просто. Канал называется Николай Попов на ютубе. Хорошо, обязательно подпишемся. Вот. Девчонки, привет. Я ютуб-блогер. Мы снимаем тут видео, играем песни. Если угадываете, то получаете 100 рублей. Если не угадываете, то ничего не получаем. Играть? Давай. Вахтером. Как? Вахтером. Правильно, да, 100 рублей получили. Так, играем следующую. Так, играем следующую. Вот я не придумал следующую песню, правда? Это Король и Шут. Кукла колдуна или что-то. А как называется? Что-то колдуна. Да, правильно. Еще громче скажите. Колдуна. Да, все правильно. 200 рублей получается. Так, следующее.
Правильно. Я, кстати, не ожидал, что вот эту песню угадаю. Я думал, все, сейчас не угадаете. Ну, серьезно думал. Да, это Blind... Знаешь, название песни? Да. Blinding Lights, да. 300 рублей получается, да? Да. Так. Следующая песня. Ну как называется? Ну ладно, да, это было сложно написано. Ну нет, да, никаких предположений? Нет, вообще. Она называется... Как она называется? Она называется Robert Miles Children, она называется вот так. Ну да, это сложная была песня. Ну, сейчас я вам переведу еще. У меня 200 рублей сегодня, мы уже все раздали как раз таки. По-моему, 200 рублей здесь, сейчас я вам еще переведу. Вот. Держите 200. Канал называется Николай Попов. На Ютубе. На Ютубе, да. Вот, я, кстати, учился в этой музыкальной школе когда-то. Вот, да, учился вон там. Девчонки, привет, я Ютуб-блогер. Мы подходим к людям, играем песни. Если угадываете, то даем вам 100 рублей. Если не угадываете, то ничего не будет. Настя, давай тебе перезвоним. Давай. Так, играю первую песню. Что за песня? Не знаю. Группа Крови, нет? Ну нет, это не группа Крови. Это... Ну что, не знаете, что это за песня? Нет. Это Дед Максим был. Я не знаю. Ну что, не знаете Деда Максима? На конечке пели. Вот на конечке пели? Дед Максим? Да, вот помер Дед Максим, да. Нифига себе. Так, ну вы, получается, не угадали. Да. Так что, получается, вы не выиграли? Да. Все, тогда вы проиграли. Все, не выиграли, все. Канал называется Николай Попов. Николай? Да, YouTube канал. Сейчас как раз вышел новый ролик. Вот, можете посмотреть. Ну ладно. Все. Все, давайте, все, пока.